my well-esteemed colleagues. Unfortunately, my speech is the last one. I totally understand that all of us start. We would like to share one subject with you. As an infection component of combined technology of bone implants, the Moscow State University, named after Lomonosov, has prepared the document, the paper, so whether it is necessary or not in medical practice, plastic material, whether we should use it or not, we should not argue about that. Every one of you knows if they were into traumatology in the future. We all understand that bone materials need clinic applications all the time. In terms of performing plastic surgeries, their number is growing by year, according to a recent estimation. This material for bone plastic is necessary in the amount of the number of million pieces every year. Many things is done in surgery as of now. One of the factors, worsening of environment and traumas. Этих материалов, конечно, зависит от того, каково качество их изготовления. Используются самые разные, самые прогрессивные методики для изготовления, физические, химические, фармакологические технологии. Но какую бы мы прекрасную совершенно продукцию не изготовили, если мы при внедрении этого материала в организм реципиента внесли туда еще и инфекцию, не дай бог, какую-нибудь, то грош цена всем нашим усилиям до того времени. Трансплантаты никому не нужны. Причем микробное обсеменение исходного материала, оно, естественно, бывает у каждого пластического материала и может быть связано как с наличием той или иной инфекции у исходного донора, так и с получением, с дополнительным обсеменением во время обработки этого материала. И в связи с этим, конечно, методики стерилизации должны быть, на самом высоком уровне, чтобы безопасность пациента обеспечить совершенно обязательно. Ну и среди наиболее часто используемых методик стерилизации, вот здесь часть из них, подчеркну, что часть действительно только представлена. В первую очередь имело бы смысл обратить, конечно, вот на левый нижний угол стерилизацию окисью этилена. По распространенности вот в тканевых банках использование этой методики. При том, что он токсичен, при том, что он... Есть указание на то, что он может быть канцерогенен, есть указание на то, что может вызывать даже некоторые мутагенные эффекты, но, с другой стороны, очень эффективный стерилизатор, и вот эти побочные эффекты, они проявляются не так часто, и эта методика используется достаточно широко вот до последнего времени. Тем не менее, присутствуют здесь и другие методики, вот здесь представленные, это и тепловая стерилизации химическими реагентами, микроволнами. Сегодня вы упоминали вот здесь низкотемпературную плазму и так далее, и так далее. Но самым распространенным на сегодняшний день методом является все-таки это правый нижний угол, радиационная стерилизация. Ну и совершенно заслуженно, потому что масса преимуществ этой методики, высокая проникающая способность, высокая эффективность, возможности обработки материалов в герметичной упаковке, что исключает вторичное обсеменение, затем низкотемпературные режимы, что для биоимплантатов особенно важно. Все зависит от того, какая доза, а доза на самом деле большая. Значит, вот на это обратите, пожалуйста, внимание, это ключевой момент. 25 килограй. Вот такая средняя, оптимальная, вроде бы как в кавычках, доза принята на сегодняшний день. В чем это совпадает с рекомендациями МАГАТЭ, но часть тканевых банков европейских вообще считает, что это мало. Для борьбы с ВИЧ эффективно нужно и 35, и может быть даже больше, чуть ли не до 50 килограй.
Доза на самом деле действительно огромная. Если мы сравним ее с дозой, которую используют в лучевой терапии, но подчеркну, там инвиво, здесь инвитро, кардинальная разница. Там это в 1000 раз меньше. В 1000 раз. Вот. Но здесь для того, чтобы действительно все сделать хорошо, значит, вот 25 килограй. Но что такое 25 килограй? Дело в том, что на самом деле такие дозы, они влияют и на качество самого имплантата, побочные явления здесь будут практически обязательно. Причем это могут быть как, значит, ухудшение остеоиндуктивных свойств. Я позволю себе чуть-чуть пояснить, о чем речь. Значит, имплантат костный, когда он замещает какой-то дефект в костной ткани у реципиента, он никогда не приживается вот целиком. Он по мере нахождения в организме, он рассасывается, но он должен обязательно инициировать прорастание нативной костной ткани сквозь себя. Вот эти два процесса, прорастание нативной костной ткани, восстановление кости и резорбция, они должны параллельно происходить. Вот тогда все хорошо. Но если мы нарушили эти самые остеоиндуктивные свойства, а они нарушаются моментально, как только мы чуть больше дали, значит, этих самых килограев дозу, так остеоиндуктивные свойства падают, потому что морфогенетические белки погибают. И это все равно, что мы деревяшку туда положили в кость, она отторгаться будет моментально просто. Вот. Значит, но при этом меняются еще и морфологические свойства, меняется структура, причем здесь также все зависит от дозы на самом деле. Начиная с 5 килограй, вот все нормально. Подходим к 15, начинается расслоение уже коллагеновых волокон, разбухание коллагеновых волокон, а соответственно сразу меняется не только морфология, механические свойства, ну а дальше доходим и до этих самых морфогенетических белков. Какой выход? Комбинированная стерилизация. Вот как мы считаем, оказалось, что не только мы считаем таким же образом. В качестве примера здесь можно приводить вот патент, технологию, запатентованную нашими санкт-петербургскими коллегами, которые тоже предложили делать двухэтапную стерилизацию. Сначала на первом этапе обработка в химическом растворе, и потом, после вымораживания, достаточно длительной процедуры, обработка радиационная. У них получилось даже 12 килограй. В общем, достаточно революционная величина. Но здесь масса еще побочных эффектов, потому что это водный раствор, причем воды там много. Воду надо убирать и долго, и тщательно, и поэтому не случайно здесь вымораживание при очень низких температурах, потому что потом начинаются всякие процессы, нежелательные процессы гидролиза при традиционной обработке. Выход. Другая технология. Ну и естественно, что мы могли предложить? Наш любимый озон. Ну, естественным образом. Вот. Ну, и не только потому, что у нас есть какие-то личные к нему, так сказать, любовь и предпочтения, а просто потому, что всем известны, в общем, достаточно сильные дезинфицирующие, стерилизующие свойства озона. И это его первое применение после его открытия. Значит, это стерилизация помещений операционных. Конечно, практическая реализация... Вот применение озона для таких целей, она требует длительной процедуры, вообще длительных исследований, потому что надо подбирать параметры смеси, параметры технологии обработки, значит, характеристики, состав оборудования, условия упаковки и хранения, ну и так далее, целый большой спектр работ, которые необходимо делать. Вот. Но, значит, первые шаги мы сделали еще некоторое время назад, и это все нашло отражение вот в таком патенте на изготовление костных имплантатов. Это патент 2014 года на способ изготовления костных имплантатов, где в качестве стерилизатора использовался непосредственно озон, озон-кислородная смесь. Причем на этапе предварительном и на этапе финишном. Причем, еще раз подчеркну специально, обратите внимание, не случайные слова на предварительном этапе. Дело в том, что мы постоянно обращаем внимание на необходимость обеспечения безопасности пациента. Да, безусловно, это важнейшая вещь. Но
с этими, при изготовлении этих имплантатов в тканевом банке работают сотрудники, которые подвергаются той же самой опасности, поскольку они работают непосредственно с этим материалом, начиная с момента заготовки и до финишной стерилизации. Поэтому предварительная стерилизация там тоже, в общем, весьма полезна, она сохраняет здоровье этих людей. И дальше, добавлю только еще одно, что работы эти ведутся в рамках научной проблематики совместной лаборатории, которая была создана 5 лет назад Московским университетом и Всероссийским институтом лекарственных ароматических растений, и на этой базе, значит, работает, и вот это результаты этих исследований. Здесь следует еще подчеркнуть вот какую вещь. Значит, мы решили, что надо вот попробовать сделать двухэтапную вещь, озоновая обработка и потом радиационная. Вы знаете, мы не видели до сегодняшнего дня тот фильм, который нам в самом начале сегодня показали, впечатляющий фильм. Вот. Но фактически мы исходили на самом деле вот из тех же самых посылок, которые были сформулированы здесь. Я просто записал как цитату из того, что сегодня было здесь. Значит, цитата такая. Мы берем 50% дозы от необходимой терапевтической плюс озон и получаем тот же клинический эффект без осложнений и побочных эффектов. В общем, мы постарались пойти вот этим же самым путем. В идеологии это было именно так. И, значит, что мы сделали, так сказать, как реализовали, как мы это дело проверили. Значит, в качестве исходного материала были использованы фрагменты компактного вещества бедренной кости быка, вот они, вырезанные просто механическим образом, для исходная контаминация смешанной микрофлорой. Предварительная озоновая обработка осуществлялась озонокислородной смесью в концентрации 8-10 мг на литр в течение 10-20 минут с последующей герметичной упаковкой в стерилизованную той же озонокислородной смесью термопленку. Ну и для получения озонокислородной смеси, контроля ее концентрации, использовалась стандартная аппаратура кировского производства, завод Лепсы. Радиационное облучение выполняли в научно-исследовательском центре ядерной физики Московского университета на линейном ускорителе электронов. При облучении использовали поглощенные дозы. Мы взяли гребенку, чтобы перекрыть вот эти 25 килограй. 11, 15, 23 и 27. Вот. И затем проводили микробиологические исследования для определения наличия на образцах костной ткани после тех или иных видов обработки на финише аэробных и анаэробных бактерий с использованием теогликолевой среды и микроскопических грибов с использованием среды Сабура. Значит, ну вот результаты этих исследований, вот они приведены на двух последующих слайдах. Значит, вот смотрите, что получилось. Контрольный образец без обработки и упакованный в нестерильную упаковку. И образцы, которые только озонокислородной смесью, вот в той концентрации, в тех параметрах обработанные, показали обсеменение уже на третьи сутки этого самого микробиологического эксперимента. То есть они грязные априори. Далее, но и те образцы, которые подвергались радиационному облучению с 11, 17, 23 и 27 килограммами, показали все равно наличие обсемененности хотя бы по одной из сред, хотя бы на 14 сутки эксперимента, некоторые на 6 сутки. Вот. Значит, но далее, те образцы, которые получили двойную обработку этими же самыми параметрами, озонокислородной смесью и затем радиацией с 11, 17, 23, 27 килограммами. Вот посмотрите, только вот эти образцы вот здесь по одной из сред показали обсемененность, а значит, три другие группы показали наличие стерильности достаточной даже до конца эксперимента на 14 сутки. Вот. Таким образом, мы действительно получили
определенный синергизм вот такого воздействия. Но при этом структурно-функциональный анализ показал, что все в порядке. Ну, действительно, мы не уж с 11 килограммами мы точно не перешли рубеж начала существенных изменений в структуре и в свойствах. Вот, и с морфогенетическими белками там все действительно оказалось в норме. Ну, что касается механизма, то очевидно, что данный эффект близок, ну, по крайней мере, родственен тому, о котором сегодня утром уже тоже говорили, этот самый феномен кооперативной чувствительности. Дело в том, что биорезистентность, значит, радиорезистентность патогенов, колоний патогенов, она очень быстро уменьшается для уменьшенных, чем меньше и чем слабее эти самые колонии. Это ослабление мы проводим озоном в малой концентрации и в малых дозировках, а затем малыми дозами радиации довершаем весь этот процесс. Таким образом, действительно, разработана и экспериментально подтверждена новая технология комбинированной стерилизации костных имплантатов, основанная на синергетике, на сочетанном вот таком воздействии значит, озонокислородной смеси и радиации. Значит, на эту разработанную технологию получен был соответствующий патент Российской Федерации, значит, она закреплена, ну и, в принципе, на этом можно было бы и завершать наше сообщение, но хотелось просто упомянуть еще об одной совсем свежей разработке, сделать такой маленький анонс. Дело в том, что значит, патент на следующую разработку мы получили вот всего 2 месяца назад, и по вполне понятным причинам мы просто не успели заявить ее сюда как тему для доклада обширного. Но мы этот пробел восполним, мы в следующий раз обязательно об этом расскажем подробно. А сейчас, ну, просто как небольшой анонс. Значит, действительно удалось создать аппарат, с помощью которого удается оптимизировать процесс озоновой стерилизации биоимплантатов, уже чисто озоновой стерилизации, с автоматическим учетом всех параметров, которые сопровождают, которые определяют этот процесс. Это и температура, и освещенность, и значит, исходный вид и степень исходного обсеменения образцов там, и так далее, и так далее. Значит, все параметры удается учесть и выбрать оптимальное время этой обработки для получения финального результата. Ну, прибор получился достаточно аккуратный, достаточно, в общем, компактный, удобный в эксплуатации. Ну, а все подробности и детали я обязуюсь на следующей конференции подробно и подробно рассказать. А сейчас спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Викторович. Владимир Викторович, пожалуйста, президиум, все докладчики, мы попросим, кто сейчас сообщение делал, Андрей Кимович Мартусевич, Клава Николаевна здесь у нас, Умаир Рашид Кимович,